Здравствуйте, меня зовут Анастасия Катаева, я педагог-хореограф и сертифицированный тренер Международной ассоциации по фитнесу, балету и барре. Я создала онлайн-ресурс «Баб-балет» и являюсь автором уникальной методики для женщин, которая помогает создать здоровое, функциональное, гибкое тело без изнуряющих тренировок и диет. И вот для того, чтобы от тренировок получать настоящее удовольствие и исключительно пользу, необходимо для начала проработать суставы, улучшить их гибкость и эластичность мышц, чем мы с вами сегодня и займемся. Для этой тренировки вам понадобится коврик или плед для того, чтобы вам было удобно лежать. Мы опускаемся, сгибаем ноги в коленях, ставим их широко, шире бедер. Руками можете опереться, чтобы вам было удобно. Живот подтянут, плечи опущены вниз. И мы с вами будем качать колени из стороны в сторону, сохраняя таз неподвижный, ягодицы остаются на полу, мы их не поднимаем. Так мы с вами будем работать над приведением и отведением тазобедренных суставов. Мы сидим спокойно, плечи всегда опущены, на уши не натягиваем, вот так назад мы не уходим, ровная осанка. И не забывайте, что ягодицы у вас не поднимаются. Сделаем еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Остаемся так же и будем добавлять движение. Мы полностью опускаем колени на пол. Так у вас поднимается уже ягодица. И разворачиваемся, опускаемся. Как будто вы отжимаетесь от пола. Снова возвращаетесь в исходное положение. Разворачиваетесь в другую сторону. Поворачиваете корпус. Опускаетесь вниз и вытягиваетесь. Разворачиваемся. Еще сделаем 5 раз. Четыре. Три. Два. И последний раз. Один. Вытянулись. Ножки собрали вместе. Также вам должно быть удобно сидеть. Вы можете их притянуть ближе к тазу, можете чуть подальше оставить. Рука у вас, пальцы смотрят в сторону. Мы опускаемся вниз. Рука верхняя над головой тянется. Вы должны почувствовать, как у вас растягивается полностью боковая линия. При этом плечи на уши не натягиваем. Вот такого состояния у вас быть не должно. Плечи опущены, рука над головой. Мы вытягиваемся, полностью растягиваемся. И также в обратную сторону. То же самое. Здесь у вас рука не уходит вперед, не над лицом, а над головой. Растягиваем все боковые линии. Еще раз. В одну сторону и в другую. Все делаем плавно, без резких движений. Еще 3 раза. Последний раз внизу остались. Плечи опущены. Теперь на выдохе мы будем идти вперед за рукой по диагонали. Мы должны почувствовать, как между лопаток натягивается кожа и мышцы. Теперь вдох, раскрываем грудной отдел, растягиваем плечо. Снова с выдохом округляем спину.
Вдох, раскрываем грудной отдел. Выдох. Вдох. Выдох ртом. Вдох носом. И еще два раза. Выдох. Вдох. Последний раз. Выдох. Вдох. На бок. Снова потянулись за рукой и вытянулись. Все то же самое с другой стороны. Садимся так, чтобы нам было комфортно. Рука чуть подальше от корпуса. И опустились. То же самое. За рукой тянемся. Растягиваем боковые линии. Рука у нас не уходит перед лицом. Аккуратно вытянулись. И в другом направлении. Не резко, все делаем плавно. Плечи не поднимаем, мы поднимаемся не за счет плеч. Еще два раза. Последний раз. И внизу остались. Вытягиваемся, тянемся за рукой. Плечи обязательно до упора тянем вниз. На выдохе по диагонали растягиваем верхнюю часть спины. Вдох. Носом раскрыли грудной отдел. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще 4 раза. Вниз округлили спину. Раскрыли грудной отдел. Выдох. Вдох. Еще вниз. Последний раз. Вдох. Плечи опустите и аккуратно вытягиваемся. Дальше мы с вами перекладываемся на спину, опускаемся аккуратно, держимся руками за бедра и позвонок за позвонком опускаем вниз. Без резких движений. Вытягиваем ноги на полу. Руки в сторону разводим. Ладошками упираемся в пол. Одну ногу согнули в колени. 90 градусов. Она у нас остается на весу. На вдохе мы будем уводить ее в сторону. Таким образом, чтобы ваше колено не падало на пол. Оно остается параллельно полу. А голова уходит в противоположном направлении. Так мы с вами растягиваем поясничный отдел и раскрываем грудную клетку. И теперь с выдохом опускаемся аккуратно позвонок за позвонком. Это же самая нога. Сделаем 8 раз. Поехали. 1. Вытянулись. Хороший вдох. С выдохом подтягиваем живот и позвонок за позвонком опускаем на пол. 3-й раз. Не забывайте, что голова также работает у вас. 4. 5. Шесть. Все делаем плавно, без резких движений. 7. Не забывайте дышать. Так лучше расслабляются мышцы. Еще.
хороший вдох. И плавный выдох. Опускаем ногу. И все то же самое сделаем другой ноги. Вниз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще 4. Голень параллельно полу. 5. 6. Еще 7. На выдохе напрягается живот. И еще последний раз. 8. Аккуратно опустили ногу. Дальше мы остаемся в этом же положении. Теперь сгибаем обе ноги. Стопы стоят на полу. И мы с вами будем уводить колени также в сторону. Теперь добавляем движение руки задней. Она у нас переходит вперед. И сейчас мы с вами сделаем упражнение раскрытия книги для растяжки грудного отдела и расслабления поясницы. На вдохе поднимается рука наверх и опускаем ее на пол. При этом у вас и лопатка, и плечо должно также остаться на полу. На выдохе мы с вами закрываем книгу. Вдох. Хороший вдох. Голова также за рукой следует. У нас опускается плечо и лопатка. Вы на несколько секунд мы лежим. И на выдохе возвращаемся. Еще сделаем 3 раза. Вдох. Раскрыли книгу. Пару секунд полежали. Выдох. Вернулись. Еще хороший вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Возвращаемся в исходное положение, с чего мы с вами начали. И теперь в эту же сторону мы с вами будем также опускаться, опускать колени. Они у вас вместе, вот в таком состоянии вы их не держите. Колени склеены. Обратно рука у нас переходит. Мы с вами книгу закрываем, добавляем движение. Это все как танец. Теперь у нас работает нога. Мы ее вытягиваем вперед. Возвращаем на место и снова открываем книгу и возвращаемся в исходное положение. Вновь колени вместе склеены, задняя рука переходит вперед, мы вытягиваем ногу верхнюю, ведем ее до упора, как это возможно, опускаем вниз и снова возвращаемся. Еще сделаем таких 2 раза. Соединяем нашу связку. Вернулись. И последний раз. Вдох. Выдох. Нога вперед. Вернулись, раскрыли и в исходное положение. И сейчас мы с вами сделаем все то же самое с другой ноги. Сгибаем колени. И то же самое.
вниз, вдох, колени вместе, опускаемся, рука закрывается, плечи у нас опущены, колени вместе, теперь на вдохе мы с вами будем раскрывать книгу. Несколько секунд лежать. Лопатка, плечо опускается вниз. С выдохом возвращаемся. Хороший глубокий вдох. Голова за рукой следит, также поворачивается. И выдох ртом. Еще вдох. Выдох. Два раза. Вдох. Медленный. Выдох. Вдох. Выдох. С вами возвращаемся в исходное положение. Живот подтянут, плечи опущены, руки в сторону. И также опускаемся вниз, колени вместе склеены, плечо опущено. На выдохе рука возвращается вперед, вытягиваем верхнюю ногу и по кругу ведем ее. Опускаем, вытягиваемся и в исходное положение возвращаемся. Снова вниз, рука с выдохом вперед, ногу вытягиваем. Вернули. Открыли, плечо обязательно опускаем, с выдохом возвращаемся в исходное положение. Вниз, вначале рука, все делаем плавно, без резких движений. Вы можете закрыть глаза, вытянулись, вернулись. И последний раз. Вниз. Выдох. Вытянули ногу. Сделали круг. Вернулись. Хороший вдох. И с выдохом позвонок за позвонком в исходное положение. Ну и в завершении нашего занятия мы с вами еще немного поработаем и расслабим поясничный отдел. Садимся в позу бабочки. Вот таким вот образом. Стопы у вас вместе. Мы корпус опускаем вперед и тянемся за руками. Вперед. Подбородок наверх не идет, мы не спазмируем шею. Подбородок опускается вниз. Шея, продолжение позвоночника. Вы смотрите перед собой. И медленно дышим. Вы должны почувствовать, как у вас тянутся мышцы в поясничном отделе. Плечи на уши не идут, наверх мы их не поднимаем. Теперь тянемся по диагонали за рукой. Растягиваем боковые мышцы. Также мы не плечом работаем, и не плечо у нас уходит вперед. Плечи до упора вниз, шея у нас длинная, освобождается от спазма. И также в другую сторону, по диагонали, не плечом. Тянемся за рукой и чувствуем боковые мышцы. Вытягиваемся, рука уходит к противоположному колену, разворачиваемся назад, смотрим за плечо,
вытянули руку и опускаем корпус, вытягиваемся по диагонали вниз и вытянулись. Еще два раза вниз, вытянулись, все это делаем плавно, вниз и вытянулись. Развернулись, посмотрели назад, что у нас происходит за плечом. И то же самое. По диагонали вниз, вытянулись, вниз. Еще два раза. Вниз и вытянулись. На этом наше занятие подошло к концу. Я надеюсь, вам также понравилось, как и мне. До встречи в следующем выпуске.